Или ты не сова? Никто не виноват, что ты вместо подготовки к вступителям гулял с друзьями. Мы предупреждали, был уговор. Сделал бы все вовремя, поехал бы с нами. Где деньги? Там тебе на месяц и на репетитора. Ищи сам. Ты только попробуй мне пропеть, проесть. Ну, чего ты молчишь? Ма, большего счастья остаться дома одному я не мог себе и представить. Ты слышал? Сова, я тебе доверяю, ты уже не мальчик. А кто? Все, мы поехали. Нас ждет Венеция. И надень футболку. Ну что ты ходишь полуголым? Так, малыш, не поступишь, от армии отмазывать не стану. Пап, не ври. Ну что, вперед. Так, присядем на дорожку. Куда? Давай туда. Все. Пора. Что, давай, малыш, остаешься за главного. И кем я буду командовать? Сав, ты меня понял. Да, пап. Arrivederci. Как до свидания по-французски? Мам, все, ну хватит, ты уж совсем. Ага. Аривуар. Там звонок не работает. Стучите. Здравствуйте. Сова? Здрасте. Да. Проходите. У вас звонок не работает. Еще расскажите, откуда вы обо мне узнали? Нашел вас на сайте ваш репетитор. Проходите. Проходите. Меня зовут Анна Германовна. Скажите, Сава, вы абитуриент? Да. Обычно у меня занимаются студенты старших курсов или те, кто поступает в аспирантуру. Скажите, разве есть какой-то университет, в котором зарубежная литература является дисциплиной вступительных испытаний? Это русско-французская высшая школа.
Три года здесь, два во Франции. Зарубежная литература не является частью вступительных экзаменов. Просто ребята, которые там учатся, мне говорили, что на втором или третьем собеседовании спрашивают французскую литературу. А тут у меня полный провал. Хорошо, я вас поняла. А что конкретно вы хотели бы потянуть? Ну, в общем, Флобер, Бальзак, Гюго. Что вы читали? Отец Грю? Отверженные? Человек, который смеется? Нет. Госпожа Бавари? Госпожа Бавари. Правда, не читал. Видел фильм. Видели фильм? Да, очень люблю кино. И это быстрее. Вы любите кино? Нет. Хорошо. Для начала прочтите «Госпожа Бавари». У вас есть книга? И к следующей встрече напишите двустраничный текст на тему «Трагическое крушение иллюзий» подойдет. Ну что, давайте на сегодня закончим. Как уже? Ну, я ж только пришел. О чем мы будем с вами говорить, если вы ничего не читали, а только смотрели фильм, потому как это быстрее? Я не буду брать с вас денег за сегодняшнее занятие. Здравствуйте, Сава. Вы опоздали? Да. Что это? Принес вам посмотреть. Вы говорили, что не любите кино, но вдруг вам понравится. Это фильм ужасов. Там такой лихо завернутый сюжет. Волчья пасть? Зачем мне это смотреть? Ну, не знаю. Ну, там адреналин, все такое. Адреналин? Ясно. Проходите. Вы это сами написали? Да. Это очень неплохо, Сава. Конечно, присутствует категоричное суждение, даже максимализм, но все это вполне естественно для подросткового мышления. Первое, что приходит на ум неподготовленного читателя, это обвинить ему, прочесть ее образ как образ вульгарный, алчный, и как вы написали, сладострастная женщина. Но вы умеете... Я не подросток. Да я это сказала. Это не в плохом смысле. Я понимаю. Но я не подросток. А кто вы? Я молодой мужчина. Для современного молодого человека понять трагедию Эммы довольно непросто. В вашем тексте чувствуется осуждение Эммы. Вы думаете, Флобер обличал ее? Я думаю, да. А вот, например, Шарль Бодлер восхищался Эммой. Он говорил о том, что автор наделил героиню всеми мужскими качествами. Воображением, энергией к действию, стремительностью. Как вы думаете, Сава, в чем ошибка Эммы? А
Она хотела жить, как в романах пишет. Да. В наше время литературу вытеснил ваш любимый кинематограф, и вместо жить, как в романах, пришло жить, как в кино. Конечно, как вы и сказали, сознание Эммы затуманено романтической литературой. Но все ее поступки — это беспомощные попытки освободиться от давления прозы жизни, от ее серости. И делает она это, как чувствует, как понимает, как умеет. Есть эта знаменитая уставшая фраза Флобера: «Госпожа Бовари — это я». И, возможно, это был ответ на все обвинения в оскорблении морали, которые сыпались на него со всех сторон после выхода романа. А, возможно, он так же, как и Эмма, в своей жизни стремился к высокому идеалу. Но идеал в нашей обыденной жизни невозможен. Его нет. Я хочу, чтобы к следующей встрече вы нашли подробное описание портретов Эммы. Портрет Эммы меняется в зависимости от угла зрения, от того, кто на нее смотрит. На следующем занятии мы поговорим об этом и пойдем дальше. Хорошо. Почему вы их просто не выбросите? Что? Цветы. Там есть не раскрывшийся бутон, вы его просто не заметили. До встречи, Сава. А вы есть на Фейсбуке? Нет, в Фейсбуке меня нет. А, вы, наверное, на Одноклассниках? Нет, меня нигде нет. До свидания, Сава. До свидания, Анна Германова. Привет, Гош. Нет, не уехали. Через 3 дня. Я же говорил тебе. Ну ты что-то напутал опять. Как уедут, я позвоню, да. Да, да, вечеринка, я помню. Все, пока. Фотографируйте все, а то по рассказам все равно трудно понять. Пап, слушай, а можешь рассказать, как ты стейк готовишь? Да, приготовить хочу. Ага, сейчас. Ага. А, вот как. А я сразу. Да, это шипит моя первая попытка. Ну, я думал, что можно просто бросить мясо на сковородку, и все получится. Да, нашел, да. Уже было пару занятий. Ладно, спасибо, пап. Маме привет. Все, пока. Что ты сделал? Что? Сломал? Здравствуйте, Сава, проходите. У меня тут трубу прорвало. Там немного капало. Я попыталась чуть сильнее закрутить кран. Оно как хлынет. Хотела вызвать сантехника,
Но никто нигде не поднимает трубку. В выходные все парализовано. Все. Я перекрыл кран. Сейчас воды не будет. Нужно, чтобы сантехник пришел и починил все. Если нужна вода, она будет в ванной идти. Хорошо. Спасибо, Сава. Вам огромное. Вы меня просто спасли. Это ваша мама? Простите. Что-то с водой у меня сегодня не заладилось. Это самый свободный рубеж, который я нашла? Да я так могу. Нет, так не надо. Оденьтесь, Сава. Вам идет. Спасибо. Ну что, начнем? Да. Так. Описание Эммы. Это ее портрет глазами Шарля, когда он увидел ее в первый раз. По-настоящему красивые у нее были глаза, карие. Они казались черными, из-за ресницы смотрели на нас в упор с какой-то прямодушной смелостью. Щеки у девушки были розовые, между двумя пуговицами ее корсажа был засунут, как у мужчины, черепаховый лорнет. Это и свидетельство ее мужской стороны, о которой говорил... Бадлер. Так, хорошо, дальше. Так, это... Эмма глазами Леона. Но это не столько описание внешности, сколько впечатление, которое она производила на него. Чисто женские свойства отсутствовали в том образе, который он себе создал. Они уже не имели для него никакой цены. В его представлении она все больше и больше отрывалась от земли и точно в апофеозе с божественной легкостью носилась в вышину. И Рудольф. Очень мила. Говорил он сам собой. Очень мила эта докторша. Хорошенькие зубки, черные глаза, кокетливая ножка. А манеры, как у парижанки. Откуда она, черт побери, взялась? Хорошо. Как ты думаешь, Сава, какой из портретов Эммы самый точный? А я знал, что вы зададите этот вопрос. Мне кажется, никакой. Шарль видел только то, чего он раньше не видел. Прическу, грациозность. А Леон видел только... предмет вдохновления. Ну, то есть, как будто она не человек, а идеал для посвящения стихов. А Рудольф видел только тело. Я нашел другой портрет. Особенный. И я думаю, что это ее портрет глазами Флобера. Она была красива той неподдающейся определению красотой, которая питает радость, воодушевление, успех, и которая, в сущности, есть не что иное, как гармония между темпераментом и обстоятельствами жизни. Вожделение, горести, опыт, наслаждение, вечно юные мечты. Все это было так же необходимо для ее постепенного душевного роста, как цветам необходимо удобрение, дождь, ветер и солнце. И теперь она вдруг раскрылась во всей полноте своей натуры. Разрез ее глаз был словно создан для влюбленных взглядов. Казалось, опытный в искушениях художник укладывал завитки волос на ее затылке. А когда прихоть тайной любви распускала ее волосы, они падали небрежно, тяжелой волной. Голос и движения Эммы стали мягче. Что-то пронзительное, но неуловимое исходило даже от складок ее платья, от изгиба ее ноги. Я думаю, что Флобер не может ее ненавидеть. Сава, я подумала, что для твоей подготовки не нужен такой глубокий разбор, которым мы с тобой занялись. Ну, мне интересно. И мне. Thank you.
Привет, собирайте внизу такси. Куда? Ну, вот и мы. Знакомьтесь, кто не знает, это моя старшая сестра Аня. Привет. Здравствуйте. Аня учительница литературы. Стёп, дойди к тёте Ане, у неё для тебя подарок есть. С днём рождения, Стёп. Спасибо. Стёп, ну давай, обнимите, чё вы как не родные. Ань, садись к Петру Анатольевичу. Аня, Петр Анатольевич. Здравствуйте. Между прочим, Петр Анатольевич очень похож на нашего папу. Такой строгий, настоящий сибиряк. Мы же в Забайкалье, у нас в деревне больше 100 лет. Как это хорошо. Да кого хорошо? Это же не такая деревня, где все друг друга знают, постоянные застолья устраивают. На улице нет никого, все сидят по своим домам. Холодно, слякотно. У нас с папой Герман, с мамой Верой, царствие им небесное, иногда за день слова друг другу не скажут. Так весело было, что Аня, когда школу закончила, сразу же в город умотала. Но потом через несколько лет я за ней подтянулась. Стёпка, с днём рождения! Дурацкое имя. Стёп, сейчас старорусские имена в моде, так что ты у нас в тренде. Всё, я пошла горячее проверю. Петр Анатольевич, поухаживай за Анной Германовной. Между прочим, Петр Анатольевич управляет мебельной фабрикой, он знает про мебель почти все. Ладно, дальше сами. Марина много о вас рассказывала, но никогда не говорила, что такая красивая. Спасибо. Ну, давайте за знакомство. Вы в каких классах преподаете? Я не работаю в школе, я даю частные уроки на дому. Я очень люблю читать. Удается, правда, редко, но когда получается, читаю взахлёб. У меня есть все собрание Джеймса Хедли Чейза. Ну, не все, конечно, но очень много книг. Оторваться невозможно. Вы читали? Нет, но я его знаю. Да, литература — это высокое дело. Я мебелью занимаюсь, но я не весь в этом. Хотя я люблю свое дело, но чувствую, что я вот не могу до конца выразиться. В лес. Любите? А я лес обожаю. У меня дача в Сосновом Бору. Ну, просто сказка. Если вы любите лес, приезжайте ко мне на дачу, я приглашаю. У меня есть там квадроцикл. Адреналин просто зашкаливает, я вас научу. Шашлычок сделаем, баньку затопим. А в баню мы как по отдельности пойдем? Это как хотите. Я, знаете, и так могу. Подловить меня решили, да? Петр Анатольевич, вы женаты? Был. Я в разводе. Марина вам сказала, что я одинокая женщина. Марина сказала, что у нее есть обворожительная сестра. Сказала. И вы решили позвать меня на свидание в баню? Аня! Ань, пойдем на кухню со мной. Аня, родная, что ты устраиваешь? Кто тебе что плохого сделал, что ты так с людьми? Ты не могла с ним просто поговорить. Зачем ты человека обидела? Марин, вызови мне такси. Ты думаешь, я тебя сватаю, что ли? Да поздно тебя сватать. Живи ты как хочешь. 15 минут не могла нормально с родными посидеть. Тебе вообще не интересно, как мы живем? Хочешь, я могу сделать вид, что мне интересно. В какую поликлинику ты ходишь? Как здоровье? А что у Кости на работе?
Сегодня обувь уже купила. Надо сейчас брать, пока на ее скидки. Ань, что ты строишь из себя? Ничего не строй себе, Марина. Я не могу заставить себя интересоваться тем, что мне неинтересно. Мне неинтересно. Но если хочешь, я, конечно, могу сделать это. Петр Анатольевич, простите. Что ты здесь делаешь? Я стучал, дверь была не закрыта, простите. Наверное, Леша не захлопнул до конца. И вы пришли на 15 минут раньше, Сава. Я же говорила вам о фиксированном времени. Леша, кто это? Ученик. У вас есть еще ученики? Ну, конечно. Присаживайся. Ну что ж, Бальзак? Очень скучно этот ваш отец Грёва. А ему говори вульгарная, алчная и сладострастная провинциалка. У вас сейчас еще кто-то будет? Нет. Ты последний. Вот твой диск. Я все-таки посмотрела. Как вам? Чушь, я понимаю, это была шутка. Но, может, хоть немножко было страшно? Немножко.
Это вам. У вас последний бутон завял, я видел. Это было совершенно не обязательно. Не нужно было покупать цветы. Я знаю. Я купил их для себя. Зачем для себя? Хотел, чтобы запах был, как у вас. Цветы стояли возле моей постели. Нельзя держать лилии возле постели. Можно угореть. Сава, что это за глупости? Никогда больше не приноси цветы. Скажи еще раз. Что? Мое имя. Сава. Еще. Сава. Скажи, поцелуй меня, Сава. Поцелуй меня, Сава. Да, привет. Ага, уехала. Да вот вчера буквально. Ну я занят был, я ж готовлюсь к вступительным. Да, устроен, да. Нет, не промок, все в порядке. На выходные. Я не знаю, я не захотела на машину. Да, зови, зови. Там тебе курица в духовке. Я еще тебе блины испекла, они на столе. Я их накрыла полотенцем, чтобы они не остыли. Ты видел? Если хочешь, то... Здравствуйте. Я нашла вам другого репетитора. Это очень хороший репетитор. Даже более квалифицированный, чем я. Правда, не знаю, насколько вам необходима высокая квалификация для подготовки. Но, тем не менее, это плюс. У нее сейчас как раз освободилось время, она может с вами заниматься. Что такое, Сава? Оденься.
хорошо. Я согласен на другого репетитора. Прости. Наверное, рановато для шуток. Красивый. Я говорю правду. Всегда. Угу. Извините. Спасибо. Это чудо досталось от моей мамы. Не могу выбросить. Здрасте. Здрасте. Меня зовут Дима. Я переезжаю в ваш подъезд, так что будем соседями. Очень приятно. И мне. Как-нибудь загляну к вам за солью, за сахаром. Я живу в 67-й квартире, а у вас какая?
В нашем доме работает круглосуточный продуктовый магазин. До свидания. Да как только я ему так пишу, он мне сразу отвечает. Извини, я не мог тебе ответить. Зачем тогда вообще писать? Ну, мотоцикл — это, конечно, крутая тема. Так никому не нужен скут? Не, я больше по велосипед. Кстати, скоро велопарад. Кто идет? Я точно буду. А Вадик будет в мотошколе. Сам, ты что такой тухлый? Сам ты тухлый, конечно, пойду. На тебя тут смотрит. Кто? Прямо позади меня. Только аккуратно смотри, не дергайся. Давайте. За конец сначала. Так, ребята, кучковаться, играем «Я никогда не». Слушай внимательно. Я никогда не играла в футбол. Я никогда не красил ресницы. Понятно. Зато я красил. Новый год. Так, хватит заниматься этой ерундой. Я никогда не занимался сексом у себя дома. Так, ну как бы. Так, ладно, я никогда не оканчивала четверть на одни пятерки. Пятерки, какие пятерки? У тебя одни тройки. Пятерочные-то. Я никогда не получал двойку за контрольную по химии. Конечно, ты же отлично. Вспомнил. Я никогда не занималась сексом с отличником. Все, перекур.
Привет. Я думала, ты сегодня не придешь. Хорошо погуляли? Давай я тебя покормлю. Смурной. Голова болит? Аня, сядь, пожалуйста. Я вчера напился. Плохо все помню. Я переспал со своей одноклассницей. Оно как-то само случилось. Голова-то болит. Слышала, что я сказал? Слышала. Ну, давай все равно таблетку выпьем. Я тебя не понимаю. А чего ты ждал сам? Ты хотел, чтобы я кричала и плакала? Чтобы я металась по комнате в истерике? И, ко всему прочему, разбила какую-нибудь вазу о стену? Сава, ты молодой, красивый парень. И должен встречаться с такими же молодыми, красивыми, беззаботными девушками. Это хорошо. Пусть сейчас все так хорошо закончится. Ты сказала мне правду. Я очень благодарна тебе за это. Услышать от мужчины такую правду почти невозможно. Как ее зовут? Марианна. Красивое имя. Ну, что бы ты хотел, чтобы я сделала? Вот что.
Здравствуйте, Наталья Сергеевна. Привет. Привет. Я тут не случайно, я тебя жду. Я кое-что оставила у тебя в комнате. Хочу забрать. Что? Пойдем. Как такое можно потерять? А я не теряла. Я оставила. Чтобы потом можно было вернуться. Глупо, да? Да нет. Слушай, мне кто-то говорил, что у вас чердак не заперт. Пойдем на крышу? Да я бы с удовольствием. Но у меня скоро экзамены, надо готовиться. Ну ладно. Слушай. Если ты из-за того, что было, то не надо. Я с парнем рассталась, и мне хотелось почувствовать себя лучше. Да и ты мне давно нравишься. Но я не собираюсь тебя тащить под венец. Мне вообще сейчас ничего не нужно. Было и было. Договорились? Договорились. Сава. Бедные девчонки. Будем друзьями. Давай. И время от времени, если захочется, будем заниматься сексом. Я пошутила. А. Хотя не пошутила. Да пошутила я. Пока. Пока. Проходи! Открыто! Я решила, мы все успеваем. Сегодня можно было бы отложить занятия. Пойдем. Сава, здесь люди нас видят. Почему ты боишься, что нас увидит? Потому что это неправильно. Изо рта у нее потекла черная жидкость. Что? У Эммы. Ее переодели в подвенечное платье. Служанки хотели поправить ее голову. Коснулись,
а изо рта у нее потекла черная жидкость. Здравствуйте. Вы хотели сказать мне про звонок? Я его обязательно починю. Сава. Ого. Привет. Привет. И правда, Уго. А ты чего здесь делаешь? Я сестру провожала на хор. А ты что здесь делаешь? К знакомому заходил. Видимо, к знакомому гусю. Слушай, ну ты так смеялась, блядь, ничего в жизни ничего не слышала. Может, потому что правда было смешно? Ну, может, тебе было смешно, а что ты смеялся так? Натурально. Ну, классно, но правда очень смешно. Ну, я не спорю. Ну, расскажи, как он? Что как? Что как? Как будто бы меня встаньте. Ну, скажи. Интересно. Реально. Ладно, не надо, потом спросите. Потом же скажи.
На этот раз у меня нет оправданий. У вас все в порядке? До свидания. Спасибо за книгу. А я ее, кажется, на столе оставил. У вас занятие? Не знал, что не бывает так поздно. Еще раз спасибо за Джойса. До свидания. До свидания. Кто это был? Иди домой. Если бы ты сказала, что придешь, я бы встретил. Все поехали, я не мог остановиться. Пытаешься объясниться? Это благородно. А вот заставлять девочку ждать себя возле подъезда, это как-то некрасиво. Не по-мужски. Что? Ты хотел, чтобы это было так? Стой там. Обманул меня. А как вы договорились? Что она подождет тебя, а потом вы пойдете гулять? Марианна, она случайно здесь оказалась. Сделала же меня женщину в годах. Но ведь это же я и есть. Как же в таком случае посмотреть на себя со стороны? Твоими глазами. Вот как. Стол. Он стоял не здесь. Но стой там. Штора. Смеялся надо мной с друзьями. Рассказывал, как у тебя хорошо со мной получилось. Это же мечта. Каждого полувозрелого мальчика, опытная женщина. Вот на задачу, который совсем не опытный. Понятно. Молодой мужчина, Ань. Ты же мальчик. Ань. Маленький мальчик. Сава, идите домой.
плохо? Я принесу воды. Сава. Я домой пойду. Слава Богу, дома. А этот наш товарищ не дома? Я ему дам, не дома. Сава! Сава! У? Экзамен на следующей неделе? Да. Сава, нормально можно разговаривать? Или все через губу? Что за дела? Все нормально, мам. Спасибо, мам. Пельмени получились отменные. Сама лепила? Сама, сынок, сама. В самолете. Лепила и думала. Приедем, наш Сарушка голодный. Сава, оставь. Я сам помою посуду. Нет, это туда. Куда туда? Ты мне из другой комнаты кричишь, думаешь, я вижу? Ты все новое клади пока на кровати, а что в синем пакете, сразу стирку. Хорошо. Это я еще понашу. Ну, Толя, ты эту рубашку там все носил, еще здесь собираешься. Стирку. Это у нас что так? А? Сына! Сынок, а сына, угадай, что мы тебе привезли? Какой такой подарочек? Ну? Ну, что можно привезти из Венеции? Какую оригинальность? Правильно, маску. Ну, просто Меркуцио. Как жаль, что ты Горацио. Сава, ну что с тобой? Люба, тут все вытекло. Что? Куда?
Я больше не преподаю. Никогда не получается описать сон до конца. Всегда остается что-то вне слов, как будто бы в реальной жизни эти слова — это слишком убогий инструмент, чтобы описать все эти чувства и ощущения, которые мы испытываем во сне. И получается, что между сном и реальностью — это не просто границы, вот ты спишь, а вот ты проснулся, а именно невозможность перенести впечатление сна в реальную жизнь, потому что во сне другие чувства и другие определения, ну, имеют другие законы, которые нам в реальной жизни совсем неизвестны. Очень интересно я рассказала, да? Теперь ты должен сказать Маше, удали мой номер телефона и больше никогда мне не звони. Да нет, я тебя очень хорошо понимаю. Я иногда так долго до сна отхожу. Там снилось что-то такое мощное, чего я в реальной жизни не испытывал. И это очень сбивает с толку. Потому что ты просыпаешься, что-то уже прожив во сне, и там все воспринимаешь за правду. Но в реальной жизни ты не находишь сходства этому прожитому. И это так путает. Да ты зануда. Вот ты гад, Маша. У меня сегодня никого не будет дома. Приходи. Давай я позвоню. Приходи. Я была бы рада. Я позвоню.